Сегодня идем на становой, мужчины собираются, полуголые сами снимать можно уже, не в трусах. А у нас и трусах нет. Андрюшка тут колдует нас на стене. Да, это не Рио-де-Жанейро. Эгегей! Отойдите, товарищ, я надпись хочу снять. Ну ладно, пожалуйста, снимайте. Спасибо тебе, Михалыч! Ух, красота-то какая! Лепота! Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он 10-ку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Ребята, сегодня всем лагерем мы едем с вами в соседний колхоз. Курящий мальчик. Ребята, вы слишком много курите. Помните, курение вредно для здоровья. Ну, за Богом. Голову тебе положи туда. Лучший отряд получит сегодня за обедом 2-ю порцию консервированного компота из вишен. Ну как, нравится? Ну, а остальным уж, извините, как обычно. Кофе с молоком. Ну ты мастер, ну ты мастер. Ну не, если бы не выпил, так бы он был быстрее. И на третий ты здесь, да? Ну вот оно, озеро. Сегодня операция трезвую водить. Вот оно что, Михалыч. Вот приехали на Становое. Ну, вот, а здесь такой бардак. И не факт. Смотри, какой свинарник оставляет после себя люди. Что, трудно забрать, если не можете сжечь. Ну и что? И как после этого здесь отдыхать? Придется сначала прибраться. А в избушке тоже бардак. Вот, браконьеры сетки оставляют, пластиковые бутылки. Надо приводить все в порядок. Танец озера Станового. Повторите еще раз. Традиционный танец озера Станового. А это туристы, которые приехали посмотреть. Они подхватывают этот танец. Сейчас убьют местного шамана. Это хорошо, а вот это плохо. Вот, мусор собрали, вывезем за всех лентяев. Должна быть чистота на участке.
лечебные чары, побочные эффекты, сухость во рту, тошнота, рвота, зуд, галлюцинации, потеря рассудка, кома и смерть. Ну что ж, попробуем. Ну, прощай, здоровье. Бергамота, полный рот! Мы подготовились. Надо было взять две тогда бабки. Лодки унесли. Теперь у нас еще это самое. Сейчас на дорожку и пойдем. Нет, это вот паштет, да. Переплоченный. Мяу-м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 яу